Кушать подано. Так как вы познакомились? Лейрд выступал с речью в нашем университете. Потрясающе. Она задавала самые сложные вопросы. Наша гордость. Самая умная в семье. И самая сексуальная. Ее волосы, ее глаза. Прекрасные глаза. Ее чудесные холмы, плавно переходящие в лощину. Так и хочется разбить там палатку и поселиться. Понимаете, о чем я? Отдых на природе. Это ее первый парень? Ага. Помню себя в его возрасте. Член работал как перфоратор. Шака-фака, 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 шака-фака. Этот ее парень какой-то интернет-миллиардер. Похоже, двинутый на голову. Ты могла выбрать любого. Почему, Лейрд? Пап, он правда хороший парень. С ним я счастлива. Он его съел. Лейрд просто не следит за речью. У меня для вас сюрприз. Та-да! Наша рождественская открытка. Тут написано «Счастливого Рождества». Счастливого Рождества? Ну что, так и помру. Он своими щупальцами скоро всех нас передушит. Видела, как он к матери присосался? На. На. Да он просто отмороженный. Привет. Я вообще-то ждал Стефани. Мы сильно поругались. Не волнуйтесь, мы потом страстно помирились в душе. А? Нет, в сочельник я собираюсь сделать Стефе предложение. Ты дашь свое благословение? Мой ответ нет. Мне нужна пара дней, не больше. И к утру Рождества ты будешь звать меня сын, а я тебя папа. Можешь даже не мечтать. Еще посмотрим, пап. Нет. Батя Аня. Заткнись. Ладно. Пап. Все на мази. Думаю, они от меня проперлись. А у меня немного другое впечатление. Ты, засранец, недостоин нашей дочери. Хочешь бросить мне вызов? Я тебя прикончу. Ты меня очень огорчил. Это письмо из моего банка. Я купил твою компанию. Game over. Иногда мне кажется, ты правда безумен. Ты прав. Я без ума от любви к вашей дочери. А где Скотти? О, господи, он под лосем! Он тебя изнасиловал, бро!